Так, вот наш отель. Заметили, отель Гранд Монастыри занимает огромную территорию. Он состоит из 5 зданий, хаусов, расположенных на разных уровнях и соединенных эскалаторами, как метро. Внизу находится ресепшн, лобби-бар и лестница в спа-комплекс и боулинг. Вот таких эскалаторов у нас 5. В отеле довольно холодно на этом уровне. Ну и вообще не жарко. На втором уровне находится ресторан «Механа». Он работает, но доставку в номера не производит. Эскалатор едет только наверх. Такая красота у нас за окном. Вниз вам придется спускаться по вот этой крутой лестнице, которая идет рядом. Чтобы включить эскалатор, вам нужно нажать на кнопку. Как всякая техника, иногда эскалатор может закапризничать и не поехать. Эскалатор теперь не хочет нас вести. Хорошо, что он последний. Первое время этот отель похож на лабиринт. Эскалаторы, коридоры, лифты. Первый раз вам будет довольно трудно найти ваш номер, если вы живете где-то в 5-м хаусе. По крайней мере, нам давали сопровождающего. Без него нам было бы очень трудно просто найти наш номер. Мы идем по лестничке в школу сноуборда. И к подъемнику, к лифту. Так, прокат лыж. Скиску. А там он работает снежная пушка. Трассу делает. Надо. Вот 165, да. Это мой рост. И с тренером. Можно еще тренера пригласить. Тренера. Ой, мне идет вот этот, смотри, цвет. Да-да-да. Давай вот так. Да-да-да. Могу не пушить. А ты их подними так. Я делай. Не могу, это тяжелый. Давай, пошли все власти. А, пусть. Можно тренер? Только гардербери. Да? Тренер. Ну мы скажем тренер. Хорошо. Давай. Отлично. Говорю. Да, вам сколько. А сколько стоит такие лыжи? Сколько струба? Сколько, скажи сначала, сколько на прокат, а потом купить? На прокат стоит 20 лева в день. Лыжи, ботинки, палки. Все вместе? 20 лева? На все войдет. А это самое, а купить? Купить ботинки стоит 150 евро,
Это пишут, да? Ботинки только. Лыжи. Понятно. Дорого? Да. Вот горнолыжная трасса для нас. Можно взять лыжи. Нашли трассу, наконец, по размеру. Завтра будем осваивать. Да, лыжи, ботинки, палки. На сутки можно взять за 20 лева. И здесь ни в чем себе не отказывать. И даже еще тренера предложат. Так что, может, еще и тренера. Хороший вид. А кто-то там лежит. Собака. Прекрасный вид на горы. Собачка, ты не кусишь? Да, привет! На солнышке греется. Хорошо! Как вы хорошо тут лежите! Ой, какие вы молодцы! И вам не холодно? 10 лева. Да, вот это мог бы работать подъемник ручной. Не работает. Витя на лыжах. И поехали. Это магазинчик. Очень дорогой. Так, вот наш магазин. У нас три. Да, что мне? Кофе растворимый. 9:39. Такая учебная трасса. Вот мы идем практически по склону. А дети тут учатся кататься на сноубордах. Лыжная школа. Называется «Стена». Этот отель, он прямо на трассе, и там есть теплый паркинг. Ну, вот мы готовимся к пуску на сноуборде. Но, конечно, сноуборд, скорее всего, поедет без нас. С кем-то другим. Лыжи хорошо, а олени лучше. Это правильно. Лучше всего это олень настоящий. Трактор сейчас вот работает и делает, чтобы завтра открыть это... Портик тебе трав. Да, он не портит. Как за ним стало гладенько. По-моему, у тебя снят он, да? Нет. С киской. Пьют кока-колу. Такая кухня у Механы. Блокхоз. Наверное, летняя. Символ времени. Планинская спасательная служба. Да, это горные спасатели. Да. Это не ковидовцы. А, они будут спасать тех, кто упадет на да. ски. Кто упадет, сломает себе конечности. Да. А здесь вот такие вот шары. Вот на дереве это бар. На дереве это бар. Это не гнездо. Завтра тут, наверное, будет не протолкнуться. Вот он, подъемник-то где. И вот они, смотри, и по одному надо сидеть. Вот это коронный номер. Садишься и едешь. И поднимаешься. Вот этот хороший въезд. Бедный Том. А, поняла теперь, куда entrance? Да, поняла. И там есть вход. И вот это как раз кип-лифт. Это студенец 3. Подъемный лифт. Часы работы. 8:45, 16:30. Every day is a struggle. Every day is a trial. Every day is a failure. I have to walk another mile. I'll go. Wherever you go, every day is a heartbeat, every day another moan, every
Every day is a gallows. I can feel it in the bone. I'm alone. Take me home. As you make the bed, so you must lie. Days a rabbit trap and a walk of the lamb. Do you think you can sue me for that? As a judge of the land, I'll go where you go. Прямо у отеля проходит спуск. Люди там катаются. Прямо выходят на трасс. Теперь пойдем к склону. Люди уже лыжи держат прямо на улице, около своего окна. Монастыра 3, кто хочет прямо на лыжную трассу, вот. Мы находимся на горнолыжном склоне. Все катаются на горных лыжах, сегодня суббота, приехало очень много людей. И, конечно, это не то, что было вчера. И погода совсем другая, в горах погода меняется каждый день. И народу просто необычно много. Ну ничего, сейчас поснимаем для вас сегодняшний день. Посмотрим, как тут все это происходит. Горнолыжное счастье. Наш блогер, он же камикадзе, двигается медленно в сторону склона. Ты в полный рост меня снимаешь? Полный рост, посмотри, какие у меня лыжные ботинки. Я же как космонавт. Обратите внимание, какие у нас лыжные ботинки. И лыжи тоже такие классные. Ну ладно. Медленно, но верно мы двигаемся к склону. О, как мы едем здорово на лыжах. Да, неплохой. Неплохой спуск. Ну, несколько слов для нашего канала. Ребята, горные лыжи — это серьезно. Это надолго. Это так сходу не возьмешь. Даже просто пройти в ботинках — это для меня уже ужас. У меня уже ноги все болят. Поэтому, ребята, горные лыжи начинайте раньше. Хорошо. И маленький лайфхак от меня. Если вы не умеете кататься на горных лыжах, берите их в прокат внизу склона, а не наверху. Тогда вы сможете на них прокатиться. Отлично, отлично. Ой, я уже поехала. Тихо, тихо. Еще рано ехать. Танцы. Танцы на горных лыжах. Это все, приехали. Все-таки надо повыше залезть. Исторический спуск. Ну и как оно? Отлично. Вошло хорошо? Я все вспотела. Тяжело в горку забираться. Да. Но так все отлично. Отлично. Но вниз классно было. Да? Отлично. Да, ты шла так по трассе. Просто идеально. На чемпионат мира поедешь теперь. За сборную Болгарии. Вот так сегодня изменилась ситуация. Сегодня суббота, народу много, пройти невозможно. Паркинги, где мы запускали дроны, тоже теперь не протолкнуться. Кругом машины. Но это не удивительно. Вон сколько людей на склонах. Выходные дни. Этот курорт очень популярен. Поэтому здесь всегда много народу. Если бы не ковид, я думаю, было бы еще больше. Вот так должны нас кормить здесь. Но рестораны не работают. Вот отсюда хорошо виден наш номер. Самый-самый последний домик. Верхний с балкончиком. Самый угловой почти. А тут ездят англичане с вирусом. Я иду купаться. В баню, наряд готов. Да не в баню, а в спа. Баню. В спа-комплекс. Ну что не сделаешь ради своих подписчиков? Дорогие подписчики, попрощайтесь, попрощайтесь со мной. Я ухожу, но скоро вернусь. Вот такой у нас спа-центр. Работное время до 21 часа. Вот это развлечение для детей. Здесь есть баня.
здесь люди играют в боулинг. Вот здесь я сейчас буду ополаскиваться после бассейна. Just us two, me and you. Стоимость подъемника 20 лева. А в другую, то есть тут можно смотри вниз и вверх. Сейчас посмотрим, как они будут садиться. Да, это видишь, надо упереться ногами в это, которое стоит. Вот на эту досочку. Да, опа. И усадил. Поехали. А вот тут еще надо так вот сделать. Так сегодня красиво у нас горит камин. Уезжать совсем не хочется. Сегодня у нас последний вечер в Памбарово в отеле Гранд Монастыре. Мы уже привыкли к своим неудобствам, к этому номеру. Вот это наша спальня. Мы здесь уже ночуем 2 ночи. Это вот красивый вид из окна. У нас тут течет такой водопад прямо, можно сказать, в голове. С одной стороны, ночью он шумит, но зато сейчас днем вид очень красивый. Также прекрасный вид с балкона. Я там снимала несколько красивых видео. Я покажу виды наши с балкона. Дальше у нас идет такая большая гостиная с кухней. Кстати, прекрасная кухня. В принципе, все есть. Единственное, что здесь есть кофемашина, которая называется Lavazza. Если вы думаете, что сюда подойдут эти капсулы Lavazza, то вы ошибаетесь. К сожалению, в эту машину эти капсулы Lavazza не подходят. В принципе, номер хороший, теплый, стильный. Здесь есть камин. Здесь нам принесли дрова. Правда, за отдельную плату, но есть дрова. И мы каждый вечер топим здесь камин. Самый большой прикол этой квартиры в ее санузлах. Есть 2 санузла. Один санузел, который имеет унитаз, и другой санузел, в котором есть душевая кабина. Если вы хотите приколоться над своими гостями, то сделайте именно так, чтобы люди принимали душ в одном туалете, ходили в туалет через гостиную, в другой туалет, потом возвращались после приема душа и сушили волосы почему-то в другом туалете. Хотя прекрасно можно в этом туалете разместить унитаз, вот здесь, скажем, и фен на любой из этих стенок. Ну, в общем, это нам недоступно, нашему пониманию. Но это очень неудобно. В этом прекрасном номере вас ожидают вот такие неудобства. Зато здесь есть прекрасный Wi-Fi. Вот у нас тут свой роутер. И в этом, как говорится, за это приходится прощать эти небольшие неудобства. Здесь у нас, смотрите, есть такое вот удостоверение, которое я увидела только здесь на стене. Это говорит о том, что Гранд Монастырь – это отель 3 звезды. Мы сюда въезжали как в отель 4 звезды. В день выезда из отеля я сняла для вас актуальные цены. Предлагаю к ним присмотреться. Отель, несмотря на все его мелкие недостатки, очень удобный и хорошо расположен. Для тех, кто хочет покататься на лыжах, это самое то, что надо. Мы покинули наш отель Гранд Монастырь. И отправляемся обратную дорогу в Бургас. Пока что у нас направление взяли в Бургас. Сейчас минус 12 градусов за бортом, 12:45. We do this every day, and I'm still so amazed. By you. So hold me tight through the night.
us too.